Здравствуйте, уважаемые дачники, садоводы и огородники Иркутска и Иркутской области. Этими словами мы начинаем каждую нашу программу. А вы когда-нибудь задумывались о силе слова? Все дело в том, что слова, часто произносимые нами, откладываются на подсознание и вызывают особую реакцию организма, влияют на наше поведение и жизнь в целом. Есть слова, которые меняют жизнь и привлекают удачу. С нее, пожалуй, и начнем. Да, удача любит, когда ее зовут по имени, но употреблять это слово нужно уверенно и только с позитивным настроением. Удачи вам в выборе семян для предстоящей посевной! Спонсор рубрики – фирма «Среди цветов». Когда дело доходит до покупки семян, неизбежно возникает вопрос, чего и сколько. Огороды у нас не резиновые, поэтому сегодня будем говорить о лучших сортах, которые вас не подведут. Огурец «Цунами» – это раннеспелый гибрид импортной селекции. Растет в теплице и в открытом грунте. Зависть – букетная. Плоды – темно-зеленые, с короткими белыми полосами. Очень урожайный, неприхотлив и устойчив к комплексу заболеваний. Засолочный, ароматный, хрустящий. Старый друг лучше новых двух. Особенно это касается томата «Садин». Ранний голландский гибрид с отличными, плотными, насыщенно-красными плодами. Растет у нас и в открытом грунте. Этот замечательный томат мы предлагаем вырастить каждому дачнику. Каждый цветовод мечтает заполучить в свою коллекцию новые красивые цветы. Такая возможность пока еще есть. Это пока редкая новинка под вид орхидейных – блетила. Яркие, необыкновенные цветы завораживают. Выращиваем как горшечное растение в саду и дома. Блетила – это особый цветок для истинных ценителей прекрасного. Такая орхидея в наших сибирских условиях удивит абсолютно всех. Товары месяца. Томат «Садин» 7 рублей. И еще один подарок для садоводов-огородников. Весь февраль грунт BM «Ургаса» для томатов и перца по цене 80 рублей. Очень важные слова – счастье и любовь. К ним стремится все человечество. С уверенностью заглядывайте в будущее. Я обязательно добьюсь своего счастья. Повторяя эти слова, вы приблизите свою цель. И через некоторое время действительно почувствуете себя счастливее. А если вы будете говорить «Я люблю этот мир за его красоту и возможности, которые он открывает передо мной», мир поспешит ответить вам взаимностью, может быть, наполнит ваш сад новым очарованием. В гостях у Ольги Лавровой. Оля, как давно осваиваете свой участок, как давно пишете вот эту картину цветами? Пожалуй, что с 94-го года участок, и как бы начала цветами заниматься через 3 года, когда восстановили землю. Начала уже заниматься, то есть здесь были и грядки, между грядками цвели розы, и цветы разные, ну и увлеклась сразу. Как бы люблю это вот с тех пор, и с каждым годом, наверное, все больше и больше. Вот у садоводов особое отношение к земле. Что вам дает этот участок? Прежде всего, конечно, жизнь.
Я живу этим участком, очень его люблю. Люблю все, что на нем есть. Это не мое какое-то свободное время. Это мое большое хобби. Я очень увлечена этим. И без этого не представляю своей жизни. Ольга, пойдемте посмотрим. Растений очень много, обо всех рассказать 100% не успеем. Но пойдемте посмотрим самые интересные ваши места, самое лучшее, самое любимое растение. Ну, приглашаю вас, пойдемте. Вот это мое новое растение, которое я приобрела в этом году черенком. Называется оно бругмансия. Растение теплолюбивое, оно не зимует на улице. Осенью я его буду заносить домой. Опадают также листья, как у настоящего дерева. Дерево южное, я такое дерево видела на Бали, там они огромные, цветут великолепными огромными колоколами. Вот эти будут фиолетовые, но они цветут разными цветами. То есть оранжевое, есть белое. Вот это фиолетовое. Ольга, я восхищена вашей коллекцией гераней. Давно ими занимаетесь? Ну вот так, как бы, вот такой геранью плющелистной в этом году начала заниматься. Мне она очень нравится. А чем она отличается, плющелистная? У нее особенный лист. Видите, такой, как фосфорный, толстый. Она свисает. Она ампельная, да? Она ампельная, да. Прелесть в том, что цветет. Посмотрите, сколько цветений. Вот на таком цветке до 40 цветений. Великолепно, да. Просто. Вообще уникальные сорта, вот, например, как этот двухцветный, то есть красно с белым, вот этот оранжево с белым, есть еще очень темная малиновая с белым. Все она похожа иногда разные. Бывает на розы, да? Вот роза, вот эта роза с фиолетовым оттенком, просто на улице она немножко теряет свои контрасты чуть-чуть, но в принципе все то же самое. Но еще хочу добавить, что этот цветок не любит дождя, его нельзя вешать или ставить на открытую местность. Нужно здесь у вас закрытое. Под крышей ему хорошо. Да, здесь под крышей, поэтому ему здесь комфортно, прекрасно сидит. Зимой они уезжают все в дом? Домой уезжают, все обрезать. Медленный полив, тихий полив, раз в 10 дней. А как давно началось его увлечение вот этими геранями, красивыми, разными, цветными? Ну, как бы не так давно. Я хочу сказать, что, ну, года, может, 3-4 у людей вижу, мне очень нравится, меняемся и прочее. А вот здесь у вас тоже очень много роскошных цветов. Вы их черенками выращиваете или из семян пытались? Ну, вот по поводу семян я хочу рассказать вот об этом растении. Это тоже плющелистная герань. Я ее вырастила из семени. Да, вот она вот так красиво цветет. Правда, простоватые цветы, но зато очень густо, очень красиво. Вот посмотрите, какой букет. Шар цветной. Шар цветной. Есть зональная герань, вот оранжевый лед называется. Эту не помню. Это тоже из семян. Ну, посмотрите, какая красота. Удивительная просто. Ольга, красота. А мне очень нравятся герани, хотя я не самая большая поклонница этого цветка, которые похожи на розочки практически. Да, вот эти вот розиты розами цветут, белая с сиреневым оттенком, красная. Вот это называется Австралия, тоже розами цветет. Но это первогодки, то есть я их вырастила из маленьких черенков. На будущий год они будут много крупнее. Им просто нужно как бы повзрослеть. Время. Да, время нужно. Вот такие вот. Вот это очень красивая герань махровая. Причем на одном цветении бывает до 15 цветков. Просто сейчас отцвели. Но опять же, вот уже новые пошли. То есть она очень и герань красивая. Цветет, начиная весной, когда выглядывает уже солнце, она подниматься начинает и, в принципе, сразу начинает цвести. То есть это во все времена украшения сада. А сколько у вас здесь всего разных сортов? Ну, я думаю, что сортов 30 есть.
Вы знаете, в былые времена герань росла едва ли не на каждом окошке в доме. Теперь к ней интерес как-то пропал, и, по-моему, зря. Конечно, зря. Хочу сказать о свойстве герани вот в медицинских целях. Если вы хотите что-то залечить, какую-то рану, пожалуйста, приклеивайте лист, и у вас все прекрасно заживет. И синяки, и царапины, и ссадины лечатся при помощи герани. Вы знаете, Ольга, на вашем участке огромное количество ярких цветов. Я полагаю, что вы любите именно яркие цвета. Сколько штук разных растений, разных цветов? Ну, одногодки вам не буду говорить, потому что каждый год стараюсь посадить новые. А меняю цвета, гаммы меняю. А многолеток, ну, наверное, под 100, может и больше. Вот такой цветок вижу вообще впервые. Познакомьтесь с ним. Цветок называется «Ночная свеча». Однолетнее растение из семян. Цветет. Местоположение цветка обязательно, чтобы это растение видело закат. При закате солнца начинает распускаться. Утром, пока нет жары, еще цветение есть. Когда время часов 12, оно, цветы просто опадают. Можно и так сказать, опадают, но к вечеру оно опять все в цветах. Ольга, у вас огромное количество цветов, все очень ярко. А какие самые любимые? Любимых много, даже не могу что-то особенное выделить. Ну, очень люблю лилию. Вот посмотрите, какая красота необыкновенная. Восхитительный вариант. Смотреть на флоксы, тоже хочу сказать, что просто обожаю. Гортензия красавица. Гортензии очень красивые. Можжевеловые. Тоже очень люблю. И розы. Стоят розы. И розы люблю. У вас есть, да? Да. И вот эту горку сами сделали из своих любимых растений. Это как бы вот первая моя горка. Как вот смогла когда-то так. А скажите, а однолетники, например, лобелию, виолу, сами выращиваете? Все цветы однолетние, которые здесь на участке, своими руками все, конечно. Значит, у вас дачный сезон начинается примерно в феврале? В феврале, конечно. А какие самые первые весенние радости на этом участке? На участке много первоцветов, просто они давно отцвели, и их не видно. Но хочу рассказать вот о растении, которое называется горец. Вот оно. Оно выходит тоже очень рано, только сходит снег, и появляются такие бульбы большие, крупные, и начинают сходить. Это очень красиво. Мало того, что вот оно сейчас очень красивое, а весной они как розы прямо, вот такие вот круглые на земле, очень, ну, приятно это все, красиво. Трудно выращивать горец? Совершенно нет. Совершенно простое растение. Даже не подкармливаю. Вот само собой растет и растет. И уже вот до таких растений, таких размеров уже достигла. Да, огромное. Ольга, вы знаете, глядя на ваш сад, я смотрю, что это практически живописные картины. И год от года они меняются? Ну, конечно, приобретается какой-то определенный опыт. И каждый раз хочется видеть их в других красках, в другом цвете. Что-то новое, неповторимое. Слова «благополучие» и «благодарность» похожи тем, что состоят из двух частей – «получать благо» и «благодарить». И если вы будете желать благополучия другим людям, то действительно начнете получать блага от жизни и развернете к себе удачу. Однако фортуна поворачивается спиной к тем, кто готов только получать. Поэтому за свои успехи благодарите, произнося именно слово «благодарю». Мы благодарим вас за внимание к нашей программе. Спонсор рубрики – садовый центр «Семена Плюс». Уважаемые огородники и садоводы, урожай на ваших грядках и в теплицах начинается с семян. Уход за растением, условием выращивания важно, но из худого семени не жди доброго племени. Поэтому выбор семян, пожалуй, самый главный момент и основа урожая. Сегодня я хочу вам рассказать о новых шедеврах алтайской селекции. Перец Дон Педро – это новый сорт с плодами превосходного вкуса и универсального назначения. Сорт
высокоурожайный, высотой до 50 см и нераскидистый. Ценность этого сорта – высокие вкусовые качества и приятный аромат. Для тех, кто любит более крупные перцы, подойдет такой сорт, как «Цесаревич». Это новый суперурожайный скороспелый перчик с отличными вкусовыми качествами. Подходит для использования в свежем виде и для домашних заготовок. Массой до 300 грамм. Замечательный внешний вид. Прекрасный вкус и аромат. Плоды ярко-красные, плотные. Все эти перцы универсального назначения. Их можно выращивать в защищенном и открытом грунте. Они удивят вас богатым урожаем. Также все эти сорта устойчивы к заболеваниям, к вирусу табачной мозаики. А самое главное, устойчивы к пониженным температурам. С этими перцами вам гарантирован красивый, вкусный и большой урожай. Хочу вам рассказать о новинках этого года: томаты, мохнатый шмель и молочина. Это плоды с опушением, как у персика, и оригинальным вкусом. Томаты чрезвычайно полезны при проблемах с сердечно-сосудистой и пищеварительной системой. В томатах мохнатый шмель и молочина повышенное содержание витамина А и С. Именно они укрепляют общий иммунитет и оздоравливают ваш организм. Эти томаты низкорослые, не требуют посынкования. Плоды цилиндрические, массой до 300 грамм. Выращивать можно как в открытом грунте, так и в теплицах. Еще раз повторюсь, эксклюзивные плоды с великолепным вкусом не оставят равнодушным даже искушенного гурмана. Плоды с опушением хорошо хранятся. При выборе этих томатов ищите на упаковке значок «Эксклюзив». Еще одна новинка – огурец-подкидыш. Это маленький корнишон для большого урожая. Это суперранний гибрид, очень скороспелый, самоопыляемый. Пучковой, салатного и консервного назначения. Огурчики цилиндрические, короткие, бугорчатые, темно-зеленые. Массой 80-90 грамм. Без горечи, вкусные, хрустящие, универсального назначения. Ценность гибрида – раннее дружное плодоношение. Отличный вкус, устойчив к повышенным температурам и стрессам. Сорт подкидыш устойчив к мучнистой росе. Новинок много. Выбор роскошный. Спрашивайте, подскажем. И главное, не упустите время. Каждый новый магазин – это подарок. Этот для жителей предместья Рабочей. Семена Плюс недавно открылся на улице Напольной, 71. Все лучшие отечественные производители семян в магазине представили последние разработки. Овощи – самые вкусные, полезные и урожайные. Цветы яркие, душистые и фантастически красивые. Есть и уникальные. Рекомендуем обратить внимание на серии семян «Профессиональные» и «Премиум». Бесспорно, стоят дороже обычных, но именно они превзойдут все ваши ожидания. Покупки для сада и огорода не подорвут семейный бюджет. Вас ждут в новом магазине «Семена Плюс», улица Напольная, 71, остановка трамвая «Ленская». А чтобы наши начинания увенчались успехом, почаще произносите это слово. Вы запрограммируете себя и добьетесь желаемого. Уверенность
одно из основополагающих чувств успешных людей. Если вы поверите в себя, то фортуна подарит вам благосклонность. Частое повторение этого слова поможет вам ощутить уверенность в своих силах, убедить себя в собственной вере. Поверьте, предстоящее лето будет хорошим, красивым, урожайным и успешным. Мы решили начать с порционной тыквы и порционных арбузов. Это совершенно новое направление, оно еще не представлено на российском рынке семян, и мы делаем это вместе с нашими японскими коллегами. И почему так? Потому что лично я уже не могу кушать большие арбузы массой 10-12 килограмм. Мне хочется своего порционного арбузика килограмм-полтора. И мне хотелось, чтобы это было компактное растение, оно не заполоняло мой участок, и чтобы мало отплетков было, и чтобы можно было выращивать даже на лоджиях и балконах, и в открытом, и в защищенном грунте. То есть хорошие универсалы. Но масса, опять-таки, 1,5-2 килограмма. Также и тыквы. Конечно, есть гигантские тыквы, как, например, атлант, 40-50 килограммов. Есть даже крошка, но это все равно 8-10 килограммов. И вот мы создали новое направление – порционные тыквы. И если сегодня посмотреть вот Orange Colon, Orange Summer или Sweet Cop, посмотрите, какие они интересные сами по себе. И внутренность, вот я даже Sweet Cop вам показываю, видите, плачет на съемках, что его вскрыли. Но в любом случае, посмотрите, какая мякоть насыщенная. И я вам скажу, необычный вкус. Дело в том, что если сегодня провести дегустационную оценку, то вкус напоминает где-то ближе к арбузу или дыне. Можете себе представить, абсолютно нет тыквенного запаха, тыквенного привкуса. И вот на сегодняшний день, через 120-130 дней от появления всходов или от высадки 40-дневной рассады, то вы можете получить уже за 80 дней вот такой интересный плод с великолепными вкусовыми качествами. Дорогие друзья, ну там, где тыквы, там естественные арбузы. Но у меня в руках необычный гибрид. Это гибрид лимончелло. Вы видите, это насыщенно желтый цвет мякоти. Очень тонкая кожица, 1,5 миллиметра даже от силы. И самое главное, что этот гибрид – одно из наших селекционных достижений, которое мы включили в проект «Порционные арбузы». Дело в том, что сегодня арбузы с массой килограмм, полтора, ну, максимум до 2 килограммов уже появляются в супермаркетах. И многие обратили на великолепные вкусовые качества этих арбузов. Но мы сегодня говорим о порционных арбузах. Например, вот «Савин вкус». Обратите внимание, гибрид, или марпл, тоже он ближе к огоньку, или лимончелло. Каждый из этих гибридов определяет целое направление. Например, здесь мы видим необычный цвет мякоти, он увязан с витамином С большой концентрации, необычными вкусовыми качествами, запоминающейся кислинкой. Если говорить о савином вкусе, то само слово «вкус» говорит, что это очень необычный вкус, насыщенный, запоминающийся, очень интересная плотная мякоть. И если говорить о марпл, это гибрид, который ближе, наверное, по цвету к такому известному сорту, как Sugar Baby или Огонек. Но на самом деле это только внешнее сходство. На самом деле это новое направление. И аналогов по вкусовым достоинствам у этого арбуза нет. Представьте, сахара больше 13%. Мы говорим, если у арбуза 7-8%, а здесь 13%. Это необычное качество, и я думаю, вы оцените всего лишь за 55-60 дней срок вегетации этих арбузов. Если учесть, что 25 дней в рассаде, вы высаживаете 25-дневную рассаду, и через 30 дней вы получаете уже первые плоды. На растении плеть примерно 1,5 метра, очень мало отплетков, и 2-3 плода на растении. Кстати, выращивать можно порционные арбузы, и на защищенный грунт можно использовать, и открытый грунт, и даже на балконах и лоджиях можно, потому что сегодня очень компактное растение, несложная технология, и самое главное, вы получаете доступ к великолепным вкусовым качествам. Если говорить об открытом грунте, у порционных тыкв и арбузов еще одно немаловажное достоинство – это снижение пестицидной нагрузки. То есть за счет устойчивости высокой у гибридов можно снизить пестицидную нагрузку, и самое главное – до 20-30% уменьшить количество азотных удобрений, применяемых обычно на бахчевых культурах, да и в принципе многие огородники и профессиональные фирмы грешат, например, с той же аммиачной селитрой и с азотными удобрениями. Здесь можно снижать до 30% нагрузку по питанию. Это все дает получение более экологической чистой продукции. Таким образом, порционные тыквы и порционные арбузы – это сегодня доступ к экологически чистой продукции. Ну и, конечно же, вкусовые качества.
Удачный на Гоголя, любимый для многих из нас. А если вы еще не бывали здесь, большое упущение в вашей дачной жизни. Семена. Море семян. Особое внимание серии «Удачный сад». Почему? Именно они адаптированы для сибирского климата. Выбор потрясающий. Только томатов мы насчитали 500 сортов. Модные и уникальные многолетники. Хочется посадить каждый из них на своей клумбе и, конечно, радоваться этой божественной красоте. Среди новинок стоит отметить: первое – фитолампы. Последнее достижение технической мысли для рассады. Крепкое, урожайное и красивое. Второе – вермикомпост. Исключительно экологичный продукт от дождевых червей. Хотите получить урожай на 10-15 дней раньше? Используйте его. Нельзя объять необъятное. В удачном на Гоголя есть все, что необходимо нам для комфортной, красивой, урожайной, дачной жизни. В жизни каждого человека значимо здоровье. Негативные слова, обсуждение болезней, постоянные жалобы на самочувствие не только притягивают проблемы, но и ухудшают состояние организма. А вот слово «здоровье» в положительных сочетаниях способствует тому, что вы будете всегда чувствовать себя хорошо. И еще одно очень важное слово – «надежда» заставляет человека поверить в собственные силы, двигаться дальше в любых ситуациях. Говорите: «Я надеюсь на лучшее», и удача обязательно вас услышит и оправдаются ваши надежды. До свидания!